Платить за услуги вовремя необходимо каждый месяц, отмечает добросовестный клиент «Энергосбыт Плюс» Дмитрий Исчалов. Во-первых, не накапливаются долги, а во-вторых, можно получить приятные бонусы. Стараюсь и, соответственно, все предварительные платежи тоже плачу, чтобы не допускать просрочки. Традиционно в декабре компания «Энергосбыт Плюс» проводит для своих клиентов праздничную акцию «В Новый год без долгов и с подарками». Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо погасить имеющуюся задолженность за тепло, если она есть, и оплатить рекомендуемый платеж за декабрь. По желанию можно перейти на получение квитанций в электронном виде. Тогда будет возможность поучаствовать в дополнительном розыгрыше. В этом случае, если оплаты пройдут и задолженности не будет, мы спишем нашим клиентам пени, а также 500 счастливчиков уже в начале Нового года получат 1000 рублей на свои лицевые счета в качестве бонуса от нашей компании. Помимо этого, мы дополнительно разыграем призы среди тех, кто выполнит условия акции и перейдет на получение квитанции в электронном виде. Всех клиентов, успевших выполнить условия акции в офисах «Энергосбыт Плюс», ждет оранжевое настроение и подарочные сертификаты на поверку приборов учета. По тем клиентам, у кого эти поверки заканчиваются с 1 декабря этого года по 1 июля 2023 года. То есть при выполнении условий акции мы выдаем специальный сертификат, при котором поверка приборов учета осуществляется бесплатно. Начинать Новый год без долгов – хорошая примета. Ольга Павлова, Константин Головин. События.